чемпионата Болгарии. Мы как раз снимаем центральное катание, где проходит хороший том, и ноги попытка немножко не довела руками до падения снизу. Попадается на улице Гарри, но также не проходит до конца. Это техника, поэтому занимается. Очередной томой ноги, но опять не проходит. Здесь партеры я уже из хороших защитных действий строить и атакующие действия. Вот, наверное, вот эта тема построения клиника, что на этом будет очень важна. Хорошая такая контратака, но я думаю, что здесь должна быть оценка обязательно. Здесь есть возможность перевести на удержание. Не знаю, не видел я этого туда. Сейчас видеоповтор будет, и, скорее всего, что видеоповторе будет данное оценочное действие. Но я оценка Лазари вполне уместно. Подождем, какое решение просмотровой комиссии видеоповтора. Да, оценка Лазари за контрдействие. Вот к вопросу о том, что насколько грамотно надо проводить защитные действия, имеет место быть, научиться защищаться, именно разрушая атакующие действия соперника. Кстати, я об этом же такую же стратегию тактики объяснил известный олимпийский тренер Владимир Ефименов. В прошлом году мы с ним вместе работали здесь, в Болгарии, и пытались показать, что через разрешение такой действий соперника, через защитные действия строить от своей атаки действия. Хорошая встреча! Хорошая встреча вообще. Смотрите, на японской ноге с колена. После соперницы выдаются из красной повязки. Спортсменка из ЦСКА становится чемпионкой.